что у нас люди все умирают от старости. Ну, 95%. И мы знаем вопросами, которыми люди задаются, когда они умирают. О чем они жалеют? Что для них важно? Чему они радуются? И кем бы они ни были, они не радуются написанным книгам, снятым кинофильмам, произведенным фурором, накопленным деньгам, богатством. Вот. А они вспоминают моменты радости, когда они были счастливы. Ты прошел свой путь, и на этом пути пережил радость. Мы живем в мире, в котором никогда не было столько возможностей для радости и для счастья. Никогда. И в этом мире мы страдаем. Наше осмысление, оно должно задавать вопрос к жизни. Живешь ли ты сейчас? Радуешься ли ты сейчас? И сейчас единственный вопрос, на который ты можешь и должен искать ответ, это почему ты не радуешься и когда ты уже начнешь это делать.